Итак, друзья, представляю вам впервые на российском интернете ферма из 6 видеокарт 3090 Gigabyte Auros Extreme Waterforce. Такого не собирал пока еще никто, никогда и нигде. Мы пошли немножко дальше. Помимо того, что мы собрали на этих картах ферму, мы по заказу нашего клиента сделали ему кастомную сборку в специальном каркасе, который был изготовлен исключительно под клиента. Как вы можете заметить, он в черном исполнении, с красными шурупами. То есть изначально была идея полностью сделать его в агрессивно черно-красном цвете. Но так как в Хайве пока нет возможности выставлять цвета на RGB подсветке, она такая получилась у нас немножко пестрая. Но основной концепт сохранен. Материнская плата B250H Asus Gaming Strix. Два блока питания Be Quiet по 1200 Вт платина. Ферма максимально тихая, водянка максимально тихая. Вот здесь стою, продувает прям, мама не горюй. Ядро у этих видеокарт не выходит за 40 градусов. Теперь, что касается майнинга. Мы столкнулись с определенными проблемами. Проблемы, конечно, в настройке. Пробовали на Хайве, пробовали на Рейве, пробовали на Винде. На Винде прям точечно подкручивая, можно вывести до 110 хэшей с карты. В среднем это 100-105 хэшей с карты на данном этапе. Связано это, скорее всего, с тем, что пока не оптимизированы драйвера и BIOS под эту видеокарту. В игрушках никаких проблем. На CFX и на других любых алгоритмах никаких проблем. В эфире, в принципе, тоже никаких проблем, просто хэшрейт чуть-чуть ниже, чем, собственно говоря, у аналогов. Лечится эта проблема 100% усиленно.
сильными термопрокладками, которые можно поставить, тогда эта карточка будет давить 120-130 хэшей просто вот в раз. Ну и также ждем, конечно, обновления биоса и прошивочек под эту видеокарту для того, чтобы попытаться программно ее выкрутить на нужный необходимый нам хешрейт. Но данная история, собственно, не про хешрейт, данная история про концепт. Вы видели наши риги. Наши сборки считаются одними из лучших, аккуратных, качественных. При этом они все же выглядят как обычная любая ферма. Эту же штуку не стыдно показать друзьям, поставить ее дома, похвастаться, я не знаю, или просто на выставку. Это уже потрясающая вещь, очень красивая. Если вы хотите заказать риг на подобном каркасе, в подобном дизайне, либо в каком-нибудь еще, вы можете это сделать, написав мне в Telegram. Ссылка на мой Telegram будет в описании, как, собственно, инструкция, как мне написать. Также, друзья, если этот ролик вам понравился, поддержите его лайком, пишите комментарии. Какие бы концепты вы еще хотели видеть на нашем канале? Что мы можем улучшить в данном концепте? Что мы можем сделать еще круче? А с вами был Павел. Увидимся в среду, 10 февраля, на стриме в мой день рождения. Мне исполняется 30 лет. До новых встреч!